Сегодня очень много коучей в интернете. Все говорят о том, что вот мы даем незабываемые, самые лучшие, самые профессиональные знания в плане заработка через интернет. Многие люди знают о том, что в интернете можно зарабатывать. Но кто-то уже попался в разных лохотронских проектах, потерял деньги, да? А кто-то вроде как и слышал, но боится, не знает, с чего начать. Денег на обучение у него нет. Так вот, здесь как раз Академия Успех Вместе – это настоящее спасение. Потому что не надо денег платить за обучение. Вам и так все расскажут. Дадут пошаговую систему, дадут рекомендации, которые, если вы будете их выполнять, приведут вас через несколько месяцев уже к доходу от 5000 долларов и выше. Ну, то есть, если умножить грубо на 60, да, это будет где-то 300 тысяч рублей в месяц. Это несколько миллионов тенге. И люди, они, которые пришли, они уже такие деньги зарабатывают. Также Академия Успех Вместе – это еще и система, которая позволяет зарабатывать деньги через интернет на автомате. И вы также всему этому научитесь. И смотрите, независимо от того, где вы будете находиться, отдыхать на море, там, путешествовать в горах, заниматься со своими детьми, учить с ними уроки, там, не знаю, заниматься совершенно другими делами, при этом благодаря автоматизированной системе ваш бизнес, ваши доходы будут расти вдалеке от вас. То есть независимо от того, находитесь ли вы в данный момент в академии или нет. И еще очень важно, вот то направление, которое мы сегодня развиваем, это интернет-проект. То есть мы реально зарабатываем деньги в интернете. Можете себе представить, до чего дошел прогресс, да? И когда мы эти деньги зарабатываем, мы ничего не продаем. У нас нет прямых продаж, не надо бегать с котомками, там, с кошелками, кому-то чего-то впаривать, втюхивать. Этого ничего делать не надо. Второе, не нужны вложения, не надо ничего вкладывать. И третье, нет никаких рисков. То есть, если вы сегодня откроете какой-нибудь классический бизнес, магазин на земле, там, заправку, СТО, ну, не знаю, все что угодно, нужны вложения, нужны люди, которые будут там что-то делать, работать, да, нужны товары и так далее, и так далее. То есть, везде нужны вложения и есть риски, потому что конкуренция на земле огромная. И сейчас обычных предпринимателей их давят. У нас нет такого. И вот сегодня профессия интернет-предприниматель, она самая актуальная. И она будет актуальна еще на протяжении десятков лет. Она будет кормить вас и вашу семью. И вы ее сейчас имеете возможность получить одними из первых. То есть пройдет 5 лет, грубо говоря. В интернет придут другие люди, которые сегодня, возможно, не услышали, не верят. Ну, они ждут, когда кто-то там из их знакомых начнет зарабатывать. А вот вы сегодня имеете возможность первым стать. А если вы станете первым, то что будет потом? Да вы будете самыми большими, вы уже будете профи. И вы получите вот эти профессиональные знания, профессиональные навыки абсолютно безвозмездно. Вам не, от вас не будут требовать деньги за обучение. Круто? Ну а теперь давайте я вам расскажу, наверное, немного о себе. Когда-то в Академию Успех Вместе я пришла, ничего не зная в интернете. У меня не было соцсетей. Раньше я служила в милиции, потом перешла работать в службу судебных приставов, когда у меня родился старший сын. Потому что милиция и семья – это вещи несовместимые, либо то, либо другое. А потом случилось так, что у меня родился еще один сын, и он родился с серьезными отклонениями в здоровье. И вот тогда, когда мы первый раз с ним, вот это я, когда мы с ним первый раз поехали в Москву, на эту операцию нам собирали деньги все, кто мог. И вернувшись, я понимала, что нам нужно лечиться на протяжении многих лет. Где брать денег? У нас ипотека. 11 тысяч из 12 своей зарплаты я отдавала на погашение ипотеки, жили на зарплату мужа. А потом, когда я уже познакомилась с Академией, я не могу сказать, что вот я пришла на вот эту презентацию, такую же, как и вы сегодня, услышала, да, и все, я сразу поверила. Нет, такого не было. Я решила, что такого быть не может. Я решила, что это неправда, да, что меня хотят обмануть и так далее, и так далее. Мысли разные были. Но за что я до сих пор сама себя благодарю, да, вот я себя хвалю, это за то, что я не стала рубить с плеча. Я не стала делать поспешных выводов, я стала разбираться, и это меня спасло. И когда я уже была ученицей Академии, у меня умер муж.
И представьте, я осталась одна с двумя маленькими детьми. Старшему сыну было 6 лет, ему нужно было идти в школу через год, а младшему было 2 года, и ему требовалось дорогостоящее лечение. Понимаете, да, ситуация? Это очень сложно, это было очень страшно. И я сегодня могу сказать, что благодаря Академии я выжила, и сегодня моя жизнь совершенно другая. Я не работаю по найму, путешествую по миру, я сильно изменилась. И чем вот мне Академия нравится, это тем, что когда мы возвращались с сыном, с маленьким с операции, да, я не могла там куда-то выходить на работу, я не могла развивать классический какой-то бизнес, потому что я должна была с ребенком быть, ему требовался постоянный уход, и это длилось месяцами. Но меня спасло то, что есть технологии, интернет, в котором я ничего сначала не смыслила, но я училась. И вот этот интернет позволил мне спустя, сначала несколько месяцев, потом несколько лет, развить вот этот бизнес, который сегодня кормит меня и моих детей в разных странах мира, в разных городах, через интернет. Понимаете, я уволилась с работы, я не живу от зарплаты до зарплаты. Самое главное, я имею возможность помогать другим людям. Вот сегодня я рассказываю свою историю, и я хочу, чтобы каждый из вас это услышал, потому что неважно, в какой же находитесь вы сегодня, важно, что вот эта возможность, она пришла к вам в руки. И главное, взять ее и начать разбираться. И когда вы поймете, что это такое, что это за система и как она изменит вашу жизнь, вы 100% отсюда никогда не захотите уходить, как это было со мной и как это было со многими другими людьми, понимаете? Поэтому то, что мы сегодня предлагаем, это действительно, даже слов не хватает, чтобы все это описать. Когда вы будете постоянно находиться в Академии, вы увидите простых людей постепенно, да, познакомитесь с их историями, и вы, возможно, даже не сразу, да, поймете, каково было им. Ну, вот, например, смотрите, пришла к нам однажды обычная девушка, очень грамотная, зовут ее Аэлита Мустафаева, у нее 3 высших образования, сейчас я ее вам найду, просто результатов очень много уже, и вот она, смотрите, да, очень грамотная, 3 высших образования, 3 красных диплома, всю свою сознательную жизнь она училась на врача, ее отец это профессор Мустафаев, это человек-легенда, к которому едут люди, за помощью обращаются из всего мира, из разных уголков, и он делает лучшие органосохраняющие операции, и вот всему, что она умеет, она научилась от него, то есть у нее был невероятный практик, который научил ее всему, что знал сам. И несмотря на то, что Аэлита первоклассный специалист, она первоклассный акушер-гинеколог, она работала, не видно экрана, все, поняла, благодарю, ребят, теперь видно, ребят? Да, вот, показывала вам Академию, еще раз покажу, раз не переключила вовремя. Смотрите, вот это Академия «Успех вместе», да, про которую я рассказывала. Хотела ее вам показать изначально, но не показала. Показывала своих детей. Ну да ладно, придете вечером, еще раз все покажу. Так вот, когда пришла к нам Аэлита, она работала на 3 работах. Даже по ночам выезжала и принимала роды. У нее был огромный кредит, просто огромный, и уже не было возможности платить. 3 детей, муж ушел, огромный кредит, денег постоянно не хватало. Судебные приставы выгнали ее из квартиры с 3 маленькими детьми. И даже запретили выезд за рубеж. То есть вот она сидела как в клетке и не знала, что делать. Тогда она познакомилась в тот момент с Академией. Она не понимала, как она сделает, как она перевернет свою жизнь. Она не верила, что у нее это получится. Она не знала интернета. Более того, она боялась его. Она думала, что если она будет выставлять свои фотографии, видео, ее сглазят. Понимаете, да, такие вот у нас были обычные ребята, которые далеки вообще, темные-темные в интернете. И смотрите, что случилось с ней буквально через несколько месяцев. Она абсолютно изменила свою жизнь, то есть за несколько месяцев она выплатила свои кредиты. Она купила новый BMW с салона для себя за наличные деньги. За наличные деньги BMW с салона.
также купила новый BMW 5 серии из салона для своего любимого папы. Уволилась со всех работ, не работает по найму, путешествует по миру, побывала в разных странах, городах. То есть сейчас это совершенно другой человек. И она еще, если она раньше помогала людям, будучи врачом, сейчас она еще больше людям помогает, потому что наши технологии, они творят невероятные вещи. О них я тоже вам сегодня расскажу. Семейная пара Елена и Юрий. Вот смотрите, какие они, да? Благодаря академии купили машину, путешествуют по миру, а раньше было все по-другому. Раньше они выглядели сами по себе иначе, были куча проблем со здоровьем, были кредиты, инсульт вот у Юрия случился. Ну, в общем, тяжко было. И потом вот это они же, да, через несколько месяцев. И сейчас они зарабатывают через интернет с нуля несколько тысяч долларов. Классно же, да? Семейная пара, то есть вообще просто невероятно. Директор школы Жаргалма, и еще она была учителем биологии, изменилась также невероятным образом сама, и если раньше жила в кредитах, постоянно не хватало денег, чтобы погашать эти кредиты, то сейчас кредитов нет, путешествует по миру, доходу также несколько тысяч долларов. Мама троих маленьких детей, живет она в Нальчике, и не выходя из дома, понимаете, да, вот я хочу вам показать вот эту глобальность. Не выходя из дома, человек зарабатывает деньги через интернет. И сейчас ее доход несколько сотен тысяч рублей. И каждый день, каждый месяц, каждую неделю эти доходы растут, потому что система так устроена. Если ты начинаешь выполнять рекомендации, то система сама основное количество делает за тебя. 95% работы делает за нас система «Успех вместе». Так вот, трое маленьких детей – и при этом она зарабатывает деньги, которых она никогда в жизни раньше не видела и даже не мечтала о них. Так, сейчас вот еще одного парня покажу, который, ну, был совсем другим, совсем не таким. Смотрите, пришел к нам однажды Николай Турушев. Ну, то, что у него куча проблем со здоровьем, да, лишний вес. И он уже даже работать не мог, потому что у него проблемы с коленным суставом были. Он не мог ходить. 32 года он ходил с тросточкой, и ему надо было делать операцию. А операцию, во-первых, боялся делать, а во-вторых, кредиты были. Более 3 миллионов кредитов. Вот многие сегодня в кредитах сидят, и они мечтают избавиться от кредитов. У Николая ежемесячный платеж был более 100 тысяч рублей в погашение кредита. Так вот, он пришел в академию и понял, что вот тогда до него дошло, что что-то он в своей жизни делает не так. Вроде и работает, вроде и доходы есть, но кредиты тоже есть. И вот он стал обучаться. И представьте, в первый же год он погасил все свои вот эти кредиты миллионные. Купил новую BMW с салона за наличные деньги, уволился с работы, изменился сам просто до неузнаваемости. Путешествует сейчас по миру, раньше никогда себе этого не позволял. Ни времени не было, ни денег свободно. Сейчас путешествует по миру и помогает другим людям. То есть наш бизнес подходит абсолютно любому человеку. Вот сейчас еще одну девчонку покажу, которая к нам пришла и слегка так изменилась спустя некоторое время. Надежда Ивановна Андреева. 63 года ей было, когда она пришла к нам в академию. Считала себя опытной, ну, возраст, к тому же еще и должность обязывала, то есть она была академиком, ну, то есть и сейчас академик, да, работала там в президенте Российской Федерации, ну, то есть очень большой, грамотный человек. Когда она пришла к нам, у нее были кредиты. Она брала кредит на строительство дома в Подмосковье. Ну, и уже, в принципе, нечем было выплачивать этот кредит, она пришла зарабатывать деньги. Сначала вроде как не особо хотелось ей обучаться, многое ей не нравилось, но потом до нее начало доходить, что если хочешь изменить свою жизнь, да, нужно как бы слушать успешных людей. То есть вот чем хороша академия, это тем, что нас обучают действительно успешные люди, которые уже сами изменили свою жизнь. Так вот, начала обучаться, погасила свой кредит огромный, сама изменилась, да, также начала зарабатывать. В 65 лет, когда она ничего не понимала в интернете, ничего не знала, кроме скайпа. Сейчас Надежда Ивановна, она совершенно по-другому живет. Во-первых, она путешествует по миру. Во-вторых, она, ну, после того, как погасила свой кредит,
приехала из Подмосковья к нам в Краснодарский край вот с такой пачкой денег. Здесь более 9,5 миллионов рублей. Купила за наличные деньги, за несколько месяцев она заработала здесь в Академии, новую квартиру в самом элитном районе города Краснодар. Подарила эту квартиру своей дочери, а еще через несколько месяцев, опять же, за наличные деньги, купила новую квартиру уже для себя любимой, потому что она мечтала жить у моря, она купила квартиру в Геленджике, это тоже Краснодарский край. В 65 лет человек с нуля стал профессиональным интернет-предпринимателем. Не было соцсетей, не было Инстаграма, а сейчас она зарабатывает деньги через интернет, понимаете, да? То есть вот если она смогла, то вы-то чем хуже? Вот еще одна пенсионерка. Ну, правда, она молодая пенсионерка, потому что вышла на пенсию со службы в МВД. Сначала жила от пенсии до пенсии. Так вот, начала зарабатывать с академией, сейчас забывает пенсию получать, потому что всегда деньги при себе. Купила две машины за наличные деньги. Ну, и сейчас Надежда совершенно по-другому выглядит, да, путешествует по миру. Научилась улыбаться, научилась радоваться жизни и, опять же, помогать другим людям. Почему я всегда говорю о помощи людям? Потому что зарабатывать деньги можно на самом деле по-разному. Кто-то продает алкоголь, кто-то там наживается в пирамидах, когда люди приносят деньги в надежде заработать легко и быстро, а вышестоящие там, да, как-то наживаются на том, что вот люди такие беспечные. Мы же никого не обманываем, мы несем пользу, и благодаря тому, что мы несем пользу другим людям, мы еще и сами меняем свою жизнь. А это Маргарита Васильевна Вельц. Она вообще классический предприниматель. Вот почему сегодня невыгодно делать классический бизнес? У человека было несколько направлений успешного классического бизнеса. Она имеет государственные награды, только вдумайтесь, орден, да, за внесение большого вклада в развитие экономики России. И когда она познакомилась с Академией, она уже, ну как, знала о ней давно, да, но потом случилось так, что мир-то меняться начал. И если раньше бизнес приносил прибыль, то потом он стал приносить больше убытков. Она еще и кредит взяла на его поддержание, более 10 миллионов рублей. Вышла на пенсию, и тут просто дальше не знала, как жить. Пенсию ей начислили 8 тысяч рублей, хотя она платила огромные налоги, когда занималась предпринимательской деятельностью. Как жить на эту пенсию, как платить такой огромный кредит, она не знала. И она считала, что она не сможет здесь в интернете зарабатывать деньги. Думала, что у нее там по-другому работает голова, старый процессор, старые там устои и так далее. В итоге стала обучаться. И она в первый же год погасила свой вот этот 10-миллионный кредит, путешествует по миру. На второй год с Академии она купила новую квартиру для своего младшего сына в Санкт-Петербурге, двухкомнатную, за наличные деньги, то есть стоит тоже более 10 миллионов рублей она стоит. И при этом она не сидит дома и не копит эти деньги. Да, вот как другие люди там думают, вот там, кто кредиты берет, кто деньги копит, чтобы купить там машину. У нас по-другому это все происходит. Человек живет в свое удовольствие, он начинает путешествовать, он погашает кредиты. И при этом постоянно, да, вот постепенно выходит на постоянный доход, и этот доход растет каждую неделю, каждый месяц. И уже не надо ничего копить, эти деньги постоянно идут, и доходы растут. И ты просто легко берешь и путешествуешь, легко берешь и покупаешь машины и квартиры. Да? Если вы так хотите, вот это не сказка. Вот эту возможность, которую я вам сегодня показываю, это реально не сказка. И каждый из вас спустя полгода, ну кому-то год потребуется, да, в зависимости от того, насколько вы готовы обучаться, насколько вы готовы получать рекомендации. Так вот, даже если через год ваша жизнь также изменится, это же куда круче, чем ходить еще там 10, 20, 30 лет на работу и понимать, что твоя жизнь никогда не изменится. Снимите очки. Вот те, кто работает сегодня по найму или там держится за свое какое-то дело. Все, ведь если вот сейчас вы не изменили жизнь, если вы живете от зарплаты до зарплаты, или там от выплаты по кредиту до выплаты по кредиту, каждый раз стресс испытываете, где взять денег, ведь лучше-то не станет. Лучше станет только тогда, когда вы начнете делать другие действия. Какие действия? Вот раньше я хотела изменить свою жизнь, но я не знала, как это сделать. Когда я встретила Академию, мне сказали, какие действия я должна делать. И вам скажут, какие действия нужно делать. И первые действия я вам сегодня же покажу в завершении презентации. И если вы будете выполнять рекомендации, то ваша жизнь начнет меняться.
Это круто, просто ничем не рискуя, ничего не продавая, ничего не вкладывая. Просто прийти в готовую систему, которая уже сделала много успешных, создала много успешных людей, попасть вот в этот рассол и также через несколько месяцев стать успешным. Чем мы сегодня занимаемся? Вот давайте разбираться, чем сегодня вообще выгодно заниматься? Работать невыгодно, да? Зарплата никогда не вырастет настолько, чтобы жить и ни в чем себе не отказывать. Классический бизнес, я уже тоже сказала, это риски, это вложения, это много времени, и от классического бизнеса никуда не уедешь. То есть ты не можешь уехать на месяц, путешествовать по миру, потому что работники, либо там еще что-нибудь случится, да, разворуют магазин, там, ну, нужно постоянно за всем этим следить. Так вот, а еще есть такое понятие облачный бизнес. Это бизнес в интернете, где не надо открывать какие-то офисы, где не надо вкладывать деньги. Я думаю, что все вы слышали, что появились интернет-магазины. И сегодня магазины на земле закрываются, потому что миллионы, миллиарды людей покупают товары, продукты, косметику, посуду, бытовую технику именно в интернет-магазинах. И они процветают. Самый богатый в мире человек – это владелец интернет-магазина Amazon. Самый богатый в мире китаец – это также владелец интернет-магазина Alibaba. И мы сегодня вот попали в эту струю, мы развиваем интернет-магазин, называется он Best Baby. И он намного круче Alibaba или там AliExpress, да, или каких-то других интернет-магазинов. Потому что к нам люди не просто приходят и делают покупки. Вы не просто делаете покупки, вы зарабатываете при этом деньги, ничем не рискуя. Каждый из вас сегодня получит вот этот интернет-магазин собственный, который работает на 180 стран мира в подарок. И уже сегодня вы сможете зарабатывать деньги, если вы, конечно, сегодня внимательно все послушаете и поймете, как это нужно делать. Классно? Что это за компания? Вообще компания Best Babic официально стартовала вот только в начале февраля 2020 года. То есть это новая компания. Это не МТС, например, да, или там Газпром, о которой уже знает весь мир, и там ловить нечего. То есть, опять же, если человек сегодня занимается каким-то бизнесом с другой компанией, и о ней знает весь мир, там тоже уже не заработаешь денег. Потому что когда-то, 10-20 лет назад, эту компанию запускали другие лидеры. И эти лидеры стали первыми в той компании. И они зарабатывают деньги, они путешествуют, они машины, квартиры покупают. И люди видят вот эти истории, они хотят так же. Но только они не понимают, что когда прошло 10 лет, и о компанию, и о продуктах там уже узнал весь мир, там больших денег не заработаешь, потому что их уже заработали лидеры, да? У них доходы. А получать там копеечные 15 тысяч рублей в месяц, или там даже лидеры в этих компаниях не зарабатывают $1000. Смысл? Так вот, компания Best Be Epic только-только официально стартовала. А это значит, что вы будете первыми. А это значит, что спустя год-полтора вы будете самыми крупными лидерами этой компании. А сюда придут миллионы, миллиарды людей со всего мира. Кто-то будет партнером, кто-то будет просто потребителем, и вы за все это будете получать невероятно большие доходы. А теперь еще скажу сразу тем людям, которые думают, ну да, вот она сегодня открылась, да, через полгода закроется, не закроется, потому что у компании Best Be Epic есть очень надежный, стабильный в тот момент был, да, фундамент, это компания Be Epic. Best Be Epic появилась потому, что улучшения произошли. Представьте, обычно происходит как? Вот сначала компания обещает много денег, много выплат. Потом, когда она немножечко раскручивается, она начинает там ущемлять. Там то не выплатит, это не выплатит, какие-то дополнительные нюансы вносит в маркетинг-план, и люди начинают терять деньги. Наша компания улучшила маркетинг, то есть она стала еще больше платить денег, чем раньше. А еще улучшила продукты, которые и так уже прогремели на весь мир в качестве, ну, как бы в лице нескольких человек, потому что вообще продукты новые, но есть уже сотни тысяч результатов, которые просто, вот знаете, когда вдумываешься в это и видишь эти результаты, они окрыляют, ты видишь, как жизнь людей меняется. О продуктах я тоже вам сегодня расскажу. И что это вообще такое?
Это компания, да, которая впервые, вот ученые этой компании впервые в мире разработали продукты, которые не просто питают организм, которые оздоравливают организм. Вот давайте разбираться. Деньги, я думаю, нужны сегодня всем, да? Ну, потому что без денег жить просто невозможно. Невозможно обучаться, невозможно воспитывать, там, растить детей, невозможно помогать другим людям, путешествовать, отдыхать, покупать машины, квартиры, везде деньги нужны. Сходи в театр, нужны деньги, да? Вот. Что касается вот этой продукции, многие думают, что она им не нужна. Вот давайте разбираться, особенно те люди, которые сегодня пришли впервые. Давайте разбираться, нужна вам вот эта продукция или нет. Еда. Вот вы каждый день едите. Я буду говорить, а вы ставьте плюсики в чат, если да, каждый день. Вот если вы едите каждый день, поставьте пятерочку в чат. Если ваши дети, ваши родители, знакомые, незнакомые, друзья, там люди, окружающие вас, они едят каждый день? Конечно же, каждый день, да? Так вот, то есть еда сегодня нужна каждому человеку на Земле. Правильно? Теперь давайте разбираться дальше. Какую еду мы сегодня едим? Вот если вы хотя бы раз задумывались о том, что мы сегодня кушаем. Ведь сегодня нет настоящей натуральной еды в магазине. Я имею в виду продукты питания. Овощи, фрукты, там молочная продукция, мясная продукция, шоколад, булочки. Все, что не возьми, это очень вредно. Если вы знаете об этом, то ставьте, пожалуйста, восьмерочки в чат. Я хочу понять вообще, кто сегодня на презентации находится. Если вы со мной не согласны, и вы считаете, что можно питаться полезно и правильно в магазине, в супермаркетах, на рынках, не знаю, в своем огороде выращивать, то поставьте троечки в чат. Вот я смотрю, людей много, которые со мной согласны, да, что сегодня действительно еда очень вредная. То есть мы едим каждый день. Но мы едим такую еду, которая приносит нам вред. Организму нужна еда для того, чтобы он мог нормально жить. Да? Дальше. Но если он не получает того питания, которое ему нужно, происходит что? Сбой в организме и происходит развитие различных заболеваний. Откуда сегодня больные люди? Вот откуда больные люди? Вот несколько человек вижу, что не согласны со мной, да, вы считаете, что можно потреблять продукты из магазина, например, и быть здоровыми. Я не хочу вас переубеждать, вот сейчас подробно, насчет этого у нас есть лекции академиков, профессоров, просто задайте себе вопрос, вот если сегодня можно питаться правильно, почему люди болеют, почему люди болезни молодеют, то есть почему 30-40 лет, а на человека смотришь, а у него лишний вес, а у него сахарный диабет, а у него там витилиго, экземы, давление, инсульты, инфаркты и так далее, и так далее. Откуда сегодня рождаются больные дети, если мама не курила, не пила, если она вела нормальный образ жизни? Откуда рождаются больные дети? Почему сегодня аптеки растут, процветают, каждый там год появляются какие-то супер-пупер инновации в виде таблеток? Мне нравится очень мизим. Вот ты обожрался, съел мизим, и он тебе необходим, да? Но люди вместо того, чтобы не объедаться просто, да? Ведь можно жить-то иначе. Ну, нет, зачем? Вот я объелся, мне мизим, он мне необходим. Да? Просто такие тупые рекламы, ну, раз в телевизоре показывают, я его не смотрю, но когда посмотришь, думаешь, для печени одно, для желудка другое, для вен третье. Если ты схватил грипп, там нужно купить 3, 4, 5 лекарств, чтобы ребенок твой выздоровел и пошел в садик, а он пошел в садик, через неделю опять заболел. Да? То есть, ну, я не знаю, почему вы со мной не согласны, это другая тема. Итак, теперь давайте разбираться. Вот если у нас есть еда, которая питает организм, и, во-вторых, она оздоравливает организм, потому что в этой еде есть все необходимые компоненты для нашего организма. Гиппократ, которому дают клятву все врачи, сказал что? Что пусть ваша еда будет вашим лекарством, иначе произойдет наоборот. Сегодня 30-40 лет человеку, а он горстями глотает таблетки, да? Так вот, а вот эти продукты клеточного питания, вот эта еда, завтрак, обед, ужин, да, он действительно сегодня необходим. Когда-то, когда я услышала о подобных продуктах, я решила, что я вот это никогда не возьму себе в рот.
Я могу сказать, что я пришла в бизнес, в Академию Успех Вместе на деньги, потому что мне нужно было лечить своего сына. И я думала, нет, вот это мне не нужно. Но потом, когда я стала разбираться, стала обучаться, посетила много тренингов, много лекций академиков, врачей, умных людей, успешных людей, я поняла, насколько у меня было бедное мышление. И когда я потребляла вот эти продукты, я не верила в результат. Через 2 месяца у меня ушел целлюлит, о котором я там переживала много лет, и 2 года ходила в тренажерный зал, и он не уходил. Я не поверила. Я решила, что это я там силой мысли, вот получая продукт, потребляя его, решила, что вот он мне помог, да? Потом у меня ушли боли в области сердца, ушел хронический цистит, который мучил с 17 лет. Потом результаты стали получать мои дети. И интересно, но результат получают и животные. То есть многие говорят, что можно там врать, да, люди врут, чтобы зарабатывать деньги. Согласна, что человек может врать. Но когда хозяева лечат своих животных, да, но не проходят вот различные вот эти ранки, когда парализованных собак, огромное количество в Ютубе таких видео, хотели усыпить, и буквально там люди, хозяева знакомились с этими продуктами, начинали им давать это клеточное питание, собака становилась на лапы, начинала снова бегать, а раньше она таскала эти лапы, да? То есть невозможно же внушить животному, что вот если ты будешь это пить, это есть, ты выздоровеешь. То есть это результат просто действия продукта. Ну и помните, я вам Николая показывала. Вот таким он к нам пришел. Таким ты был. И стал совсем другим. Похудел более чем на 35 килограмм. Сустав колена его не беспокоит. Он не делал операцию. Он помолодел. Он забыл, что такое вообще тросточка, боль в ноге, не мог ездить раньше на машине. Понимаете, да? То есть вот наша жизнь, она меняется многогранно. Мы и деньги зарабатываем, мы и себя улучшаем, мы и здоровье свое улучшаем, помогаем своим родным, близким и другим людям. Псориаз 18 лет лечила, уже ничего не помогало. Через несколько месяцев вся гадость это вышла, все абсолютно, никаких высыпаний на теле нет, волосы, ногти крепкие, суставы перестали болеть, все отлично. Ну, Надежду Ивановну, да, академик, врач с 30-летним стажем, вот такой она была, лишний вес, сахарный диабет, сидела на строжайшей диете, 3 узла в щитовидной железе, надо было делать операцию, похудела более чем на 25 килограмм, уровень сахара нормализовался, узлы в щитовидной железе рассосались, врач не верил, как могли рассосаться узлы, она собиралась на операцию ложиться, но пока готовилась, потребляла продукт, и они у нее за это время рассосались, 2 полностью, 1 маленький остался. Она не верила, будучи врачом, она не понимала, как это происходит. Но это происходит. То есть наука, она не стоит на месте. Ученым удалось разработать то, что сегодня действительно уже вернуло к нормальной жизни сотни тысяч людей. Витилиго – неизлечимая болезнь. И врачи ее не могут улечить, не умеют, не знают. С продуктами нашими, с нашей едой, и это тоже уходит. Просто смотришь, вот девочка маленькая, только жить начала, аллергия, дерматит, слезы по утрам, потому что пальчики всегда склеивались, таблетки не помогали, капли не помогали, мази не помогали, каждый раз приходили в больницу, прописывали новое. Сколько мама денег в аптеку вынесла? Ничего не помогает, самое это противное, что не помогает ничего, а это она же через несколько дней. То есть начала просто есть вот эту еду полезную для организма, и все куда-то ушло. Гиппократ-то прав оказался, да? То есть оказывается, нашим самым важным, самым главным лекарством является что? Наша еда. Вот тоже. Омоложение налицо. Кроме этого, раньше была хроническая усталость, теперь энергии хоть отбавляй. Также была аллергия много лет и уже переходила в астму. И сейчас нет ни аллергии, ни астмы. Буквально за несколько месяцев все это ушло. Человек годами в аптеку ходил, годами в поликлинике ходили. Айгуль Газезова. Вот она пришла, ей было там 38 лет. Сейчас ей 40 с лишним.
Так она молодеет на глазах, она стройная стала, у нее тело подтянулось. Кроме этого, работая бухгалтером, она заработала себе грыжу позвоночную. Она не могла стоять долго, не могла ходить на каблуках. Волосы также у нее были совершенно другие. Сейчас волосы окрепли, парикмахер не понимает, как это произошло. Проблемы с позвоночником ушли, то есть ее грыжа ее не беспокоит. Она на шпильках бегает целыми днями, целыми сутками. Даже перелеты совершает на шпильках. Это при том, что грыжа позвоночника. И у кого такие проблемы, они понимают. Очень много результатов. Продукты не для похудения. Не для похудения. Это не таблетки для похудения. Но результаты налицо. Смотрите, что происходит с девчонками. Целлюлит уходит. Кожа подтягивается, да? Мешки под глазами, все это уходит. То есть худеют все, мужчины, женщины. У Анатолия, например, из почек камни ушли. Он пришел на операцию готовиться, потому что предыдущие УЗИ показало, что надо делать. Пришел на контрольное, а ему говорят, у вас нету камней. Говорит, как нет, вот протокол УЗИ. Врач не поверил, начал его еще раз осматривать, не нашел камней. Все, камни сами ушли, потому что человек стал потреблять продукты клеточного питания. И таких результатов очень много. Ребят, пишите свои результаты, если вы потребляете, а я продолжу. Вот их, видите, да, наших продуктов несколько. Вот что касается каждого из них, в двух словах поясню. Elevate – это наш завтрак, либо обед, либо кто-то кушает и в обед, и завтрак. Обычную еду при этом мы не едим. Думаете, неправда? Да, я тоже думала, что неправда. Сейчас очень легко. Утром встаешь, съедаешь капсулу, запиваешь стаканом воды, и все, ты сыт. Организм получил все необходимое, потому что вот в этой одной капсулке находится более 40 килограммов фруктов и овощей. Здесь огромное количество макро-микроэлементов. Здесь грибы, овощи, фрукты. В общем, все, что необходимо для нормальной жизнедеятельности организма. И когда мы кушаем этот продукт вместо бутербродов, вместо колбасы по утрам, или там масло, организм оздоравливается, он начинает избавляться от имеющихся у него проблем. А еще идет профилактика более 700 различных заболеваний. Ночное питание, акселерейт, ужин. Здесь два вида капсул. Фиолетовая капсула чистит организм от шлаков и токсинов. То есть вот все, что вы за свою жизнь набрали гадостного в свой организм, все это будет выходить. Во время сна происходит нормализация веса, то есть полные люди начинают худеть, у кого веса не хватает, идет набор мышечной массы во время сна, восстанавливается ЖКТ, иммунная система, также костно-хрящевая ткань приходит в порядок. А белая капсула работает с нашей нервной системой. Во время сна клеточки избавляются от стрессов, питаются кислородом, нервная система восстанавливается, люди избавляются от хронической бессонницы, от плохого сна, и мы высыпаемся за более короткое время. То есть иной раз спишь по 2-3 часа, и все, если раньше ты вот так вот несколько дней поспал, ты труп ходящий, ничего не понимаешь, у тебя в глаз спичку вставляешь, потому что ты не соображаешь ничего. Сейчас этого нет. Постоянная энергия, нет хронической усталости. Утром просыпаешься, радуешься жизни, ты понимаешь, что да, это все действительно работает, и ты реально благодаришь создателей продукта, благодаришь судьбу за то, что в данный момент ты с ними познакомился. Никогда уже поздно встало, а вот именно сейчас, когда мы еще живем, можем помочь себе, своим детям, самое главное, своим родителям, которые также хотят жить долго, и мы хотим, чтобы они жили долго. Продукт Great Kids, он подходит как для детей, так и для взрослых, и это тоже про перекус, то есть его можно использовать вместо завтрака, вместо обеда. Ребенок, кушая продукт, получает все для своего детского организма, правильно развивается физически, умственно, эмоционально, у него хорошее настроение, у него хороший сон, аппетит, здоровье, это самое главное, ведь мы все хотим, чтобы наши дети прожили лучшую жизнь, чем мы сами. Также этот продукт подходит и для взрослых. И если ребенку достаточно одного саше в день, то взрослому, конечно, нужно два. И вот если у человека целый букет заболеваний, что сейчас очень часто встречается, давление, суставы, сердце и так далее, так вот ему также лучше начинать именно с Great Kids, потому что более мягко организм начнет восстанавливаться благодаря этому продукту. Вода, Hydrate. Это коралловый кальций, который добывается на острове Окинава. На острове Окинава
благодаря только вот этой воде природной, люди живут более 100 лет. И у них нет таких заболеваний, как у нас. Онкология, там, сахарный диабет и так далее. Они в 100 с лишним лет занимаются спортом, танцуют, радуются жизни. И вот теперь у каждого из нас в доме может быть природный очиститель, который, во-первых, очищает воду от хлора, от органических соединений, поглощает тяжелые металлы и отдает в эту воду, которую мы с вами пьем, более 70 ионных минералов. Вода организму необходима как воздух, потому что наш организм на 80% состоит из воды. И когда я смотрю на людей, которые вместо воды в магазине покупают кока-колу, там, не знаю, какие-то эти соки порошковые, я думаю, господи, люди, ну почему же вы не видите и не слышите, да, вот позывы организма, который кричит там, помоги мне, хватит меня убивать. Ведь вода действительно необходима, именно вода, чистая вода. И вот у нас она теперь есть, и благодаря тому, что продукт работает, он еще и увеличивает доставку всех питательных веществ в клетки нашего организма. То есть и сам питает, и еще все дополнительно, которые поступают в организм компоненты, он их непосредственно в наши клеточки доставляет, и поэтому процессы оздоровления, они еще более быстро появляются. Идем дальше. Еще покажу один продукт, это уже потреблять внутрь не нужно, это питание для кожи. Сыворотка Rejuvenate. Ученым действительно удалось создать что-то невероятное, и одна сыворотка заменяет десятки баночек других кремов, скрабов, тоников, походы к косметологу, и она работает гораздо лучше самой элитной, самой дорогой косметики. Айгуль Газезова, она, опять же, да, пользовалась дорогой элитной косметикой, но не получала таких результатов. А это результат с Rejuvenate. Через несколько дней сыворотка подходит для любых участков кожи, хоть для век, хоть для рук, хоть для пальчиков ног. То есть это питание, это не косметика. И благодаря высоким технологиям компоненты проникают глубоко в слои кожи и там делают свое дело. Смотрите, Надежда Ивановна, в 65 лет омолаживается, морщинок меньше становится. Смотрите, шея какая была, какая стала. А хотела делать пластическую операцию, теперь не собирается, потому что сыворотка Rejuvenate появилась. Вот вены, вот такими были, и вот такими стали через 4 дня. А что будет через 4 месяца? Да? Опять же, дерматит. Раньше гормональными мазями мазал. Месяц ничего не проходило. Сейчас 3-7 применения. Все, здоровая кожа, никаких болячек нет. Смотрите, да? Кожа разглаживается, мужчины радуются, вместе с женами омолаживаются, потому что они, оказывается, тоже хотят быть молодыми и красивыми, не хотят отставать от своих жен. Поэтому то, что у нас есть в магазине, оно нужно каждому из вас. Даже если вы в это не верите, даже если вы это не хотите принимать, это вам нужно. Те, кто не верит, у вас только два пути есть. Вы не верите, но вы проверите, как это сделали мы когда-то. Мы не верили, но мы проверили, да? И также есть второй вариант. Вы сегодня уйдете с презентации, скажете, это все фигня, это все лохотрон, я не верю. И раз и навсегда, но если потом не одумаетесь, закроете дверь в свое новое, да, успешное будущее и здоровое будущее. И ладно, вы это сделаете для себя. Вы закроете дверь для своих детей, потому что мы являемся примером для своих детей. Теперь, что касается заработка.